Я в Карелии был, зашел в книжный магазин, русская сама, словарь, русская сама, сама, малый такой народ. Тираж, смотрю, 3000 экземпляров. Спрашиваю, а сколько носителей языка? Кто их всего? Говорит, 500 человек. Вы, ну, для кого еще 2500 выпустили? Для учета. Для чего? Для учета. Макулатура. Для учета. То есть издевались над нашим бюджетом. Побольше дадим. Посчитайте, сколько этих носителей. Вы хоть раз видели этого сама в жизни? Я никогда его не видел. 70 лет я езжу в Мурманскую область. Никакого сама я не видел. То есть это издевательство, извращение. Мы пошли по пути всем все, кроме русских. Вот всем все раздали и Россию потеряли. Дважды. В 17-м и в 91-м году. Сегодня в программе «Капитальный ремонт. Кто должен платить? Почему цены на вывоз мусора взлетели втрое?» Все, что касается вот коммунальных платежей, выше уровня инфляции быть не должно. О работе ЖКХ и правах квартиросъемщиков. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в рубрике «Слово депутата». О равенстве полов или почему надо быть благодарным. Конечно, помогать. Вот особенно женщине, которая одна осталась с ребенком. Поздравления с парламентской трибуны в рубрике «Политдневник». Будущее зависит от выбора. Когда через 20 лет вы станете всем взрослыми, мир изменится. Московская международная выставка «Образование и карьера 2019» в рубрике «Панорама». Крым наш. Пятилетие возвращения полуострова в родную гавань. Прямо сейчас, в главной теме. «15 марта Симферополь посетила делегация Государственной Думы. Парламентарии приняли участие в мероприятиях в честь пятой годовщины Крымской весны, которые прошли в Симферополе и Севастополе. 27 лет назад здесь вот я выступал перед вами, когда уже была другая Украина, и в Москве было не то руководство, которое сейчас, и говорил о том, что Крым вернется». Тут стоят молодые люди, которые еще вообще не родились. Возможно, их еще родители не встретились. Но мы уже боролись за то, чтобы Крым снова стал русским. 5 лет назад, 28 февраля 2014 года, в самые тяжелые дни для жителей Крыма, когда судьба полуострова была еще не решена, лидер ЛДПР выступал с пламенными словами с крыльца Севастопольской мэрии. И в стенах Госдумы Жириновский долгие годы настаивал на принятии декларации о положении русских и русском языке на Украине. Мы защищали русский язык, русские школы и в целом Крым. И все это в интернете вы можете сегодня взять. Сегодня нельзя закрыть архивы. Все есть. И сейчас уже все, что мы говорим здесь, уходит в информационное пространство всего мира. Нас слышат и видят. 22 года назад ЛДПР в одиночестве выступила против так называемого договора о дружбе, который подразумевал обозначение четких границ между Россией и Украиной. Договор о дружбе, который был заключен в 90-м году, мы были против. Но большинство было не у нас. И в 2010 году с Януковичем в Харькове подписали соглашение. Мы тоже были против. Но такова демократия. Голосуют тех, кого большинство. Благодаря референдуму 2014 года Крым законно и бескровно вернулся в родную гавань. Все это произошло благодаря небывалому подъему национального духа, уверен лидер ЛДПР. Поэтому национальный дух нужно беречь. Национальная идеология для русских и все остальные. Здесь очень много других, и крымские татары, и греки, и болгары, армяне. Огромное количество. Но есть фундамент. Вот это здание Госсовета. Уберите фундамент, и оно рухнет. Поэтому фундаментом государства является русский народ. И о нем еще ничего нет в Конституции. Мы подправим эту Конституцию. В заключении Владимир Жириновский поздравил крымчан и всех россиян с великим праздником. Чтобы больше никогда этого не повторилось. Вот наша задача. И чтобы Крым никогда никто не блокировал. И чтобы можно было спокойно ехать до Львова и Симферополя. Этот час придет. У нас снова будет единое пространство и единые вооруженные силы. Да здравствует Крым, Россия, и спасибо жителям Крыма за ваше терпение и за ваше мужество. Да здравствует русский народ! В
Все, кто живет в многоквартирных домах, обязаны по закону платить ежемесячные взносы по капитальному ремонту. Льготы существуют только для граждан старше 70 и 80 лет. Для остальных правила общие. Это не всегда справедливо. Так было до недавнего времени, пока Госдумой не были приняты поправки, предложенные фракцией ЛДПР. Об инициативах партии в сфере ЖКХ рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. В частности, то, что касается капитального ремонта, это наша инициатива, в которой мы предлагали освободить пенсионеров полностью от капитального ремонта. Понимаю, сегодня размер прожиточного минимума пенсионера, да, там 8,5, и размер его пенсии, ну, наверное, дополнительно еще уплата вот этого капитального ремонта, это дополнительная нагрузка. Поэтому это наша инициатива, мы с ней выходили. Вот. И хорошо, что этот закон принят, потому что фактически поддержали нашу позицию. Фракция ЛДПР вышла с законодательной инициативой, чтобы любые платежи по ЖКХ, будь то основные – газ, электричество или дополнительные – вывоз мусора, капремонт, не повышались ежегодно выше инфляции. Сейчас по некоторым дополнительным видам платежей увеличение в некоторых регионах составило сотни процентов вместо 4-5, положенных по закону. Смотрите, что сейчас с мусором. Они берут из коммунальной платежки, там раньше это было в жилищной услуге, услуги по вывозу бытовых отходов. Сейчас это коммунальные отходы. И это отдельной строкой. И сегодня у нас мы получили для отдельных семей повышение в 5-7, в некоторых 10 раз. Мы постоянно дергаем из платежки и говорим, а это новое, это раньше не входило. Значит, все, что касается вот коммунальных платежей, выше уровня инфляции быть не должно. Вот если бы это было, тогда бы, я считаю, что граждане спокойно бы относились к тем платежкам, которые мы получаем каждый год. Сегодня этого нет. 6 лет уже минуло, как ЛДПР предложила запретить гостиницы и хостелы в жилых домах. Только в марте 2019 года Дума наконец приняла этот многострадальный закон. Но Верхняя палата Совета Федерации отклонила решение Госдумы. Закон вернули на доработку. То, что касается жилищного фонда, очень много инициатив. Вот сегодня рассматривался закон, где партия ЛДПР в 2013 году вышла в первый раз. Вот сейчас уже в 2016 все 4 фракции внесли закон о запрете, скажем так, временных средств размещения хостелов в жилых домах. Вот смотрите, это же кошмар какой-то. Огромный поток писем, где граждане говорят, что невозможно. Где-то там на 5-м этаже в квартире ставится там 10 двухъярусных кроватей. И всю ночь практически идет движение. Люди, которые живут под этой квартирой, они реально становятся больными, потому что ночью никакого покоя нет. В заключение Сергей Катасонов обратился к гражданам с призывом обращаться с вопросами и проблемами в региональные организации ЛДПР. Там всем нуждающимся будет оказана необходимая помощь, в том числе и материальная, а также даны квалифицированные юридические консультации. Те законы, которые мы вносим и которые мы рассматриваем, как сегодняшний закон про хостелы, о котором я рассказывал, это то, с чем приходят к нам граждане в наши приемные и просят незамедлительно решить вот те проблемы, которые накопились, и они видят, что движение, но не наблюдается, а фактически это ущемляет их права. Поэтому вас ждем, приходите. Все, что в наших силах, мы будем делать и будем выходить с такими законодательными инициативами. Накануне Международного женского дня лидер ЛДПР посвятил свое выступление на пленарном заседании Госдумы проблемам семьи и равноправия женщин. Мы пережили много эпох, и Древний Рим, и Древняя Греция, но главный конфликт был, это, конечно, между полами, поскольку он неразрешимый. До сих пор еще женщины в других странах находятся в тяжелейшем положении. В одной стране только в прошлом году разрешили женщинам управлять автомобилем. То есть все еще за женщину решают все вопросы. Демография и сфера экономической проблемы давно уже стала проблемой политической. Нашей стране необходим больший прирост населения. Но прирост возможен только при увеличении рождаемости. Вот только общественные тенденции прямо противоположны. Рожают сейчас позже и не так охотно. Демография – очень важный вопрос.
Но спрашивают ли у женщины, она хочет рожать без остановки там? 2, 3, 4, 5 там. Хвалятся у нас в некоторых регионах, там 8 детей. А что это дает женщине, которая просто рожает? Она, наверное, хочет еще и пожить. Они хотят правильно получить образование и поработать, может быть. Где-то поездить, посмотреть мир. А потом по любви выйти замуж. А вот получится в пределах 30 лет да, по любви выйти замуж, когда зачерствела душа и сердце? Конечно, на этот риторический вопрос однозначного ответа нет. Законодатели не могут решить все проблемы, но хотя бы обозначить их и оказать помощь тем, кто в ней нуждается, они в состоянии, уверен Владимир Жириновский. Это вот проблема. Как ее решить? Никак невозможно решить ее. Как национальную проблему нельзя решить. Как религиозную нельзя решить. Но смягчать надо. Смягчать надо и, конечно, помогать. Вот особенно женщине, которая одна осталась с ребенком. В школе нас не учат, как быть отцом или как быть матерью. Был такой предмет домоводства, я помню. Нас обучали слесарному делу, девочек домоводству. Но вот понятие, что она будет матерью, женой, это особенно не внедрялось в сознание. Как и мальчикам, никто им в школе не объясняет, что такое стать отцом. Ситуация усугубляется, по мнению лидера ЛДПР, и тем, что преподавательский состав в школах и детских садах однополый, в основном женский, а воспитательный процесс, как известно, начинается с малых лет. Сколько раз я посещал детский сад, я ни разу не видел воспитателя мужчину. А там и мальчики, и девочки. В школе тоже перебор, только женщины. Прекрасные воспитатели, они в детском саду. Прекрасные учителя в школе. Но не только мальчикам, но и девочкам нужно еще и хоть чуть-чуть мужское воспитание, тем более что наша страна единственная в мире, где количество мужчин меньше, чем количество женщин. Физически, технически. Более чем на 10 миллионов. Владимир Жириновский посетил Московскую международную выставку «Образование и карьера 2019». Лидер ЛДПР пообщался со школьниками и абитуриентами, пожелав им всегда стремиться к новым знаниям. Это самая лучшая выставка, которая может быть только организована не только в нашей стране, но и во всем мире. Потому что это путь во взрослую жизнь. Это ваша будущая профессия, ваши друзья, ваши мужья и жены, ваши дети. И от того, сколько знаний вы приобретете для себя, тогда ваша жизнь будет более радостной, насыщенной. Вам будет чем гордиться. На выставке представлены стенды ведущих вузов, академий и институтов Москвы и Московской области. Среди них стенд Института мировых цивилизаций, основателем которого является председатель ЛДПР. ИМЦ готов помочь студентам решить проблему с жильем, поскольку проживание в общежитии вуза самое дешевое в Москве. Мы с вами переходим в новую историю. Кончается эпоха. Вот то, что сегодня, это заканчивается. Когда через 20 лет вы станете всем взрослыми, мир изменится. Будет другая демократия, экономика, другие границы, может быть, другая экология. И как вы это все встретите? Кем вы будете? Внизу где-то бомжевать, ждать тарелку супа, как гуманитарная помощь? Или вы будете сами все делать, гордиться своей профессией? У вас будет хорошее жилище, все у вас будет. Это сегодня вы закладываете. Образование – главная ценность в жизни человека, отметил Жириновский. Без образования и багажа необходимых знаний человек не сможет получить хорошую работу, сделать карьеру и стать счастливым. Надо мечтать! Детям орлиного племени есть воля и сила у вас, чтобы стать героями нашего времени.